Проверить себя в написании диктанта можно было в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. 14 сентября здесь прошел первый всеказанский диктант «Пиши, Казань». Он состоялся в рамках музыкально-литературного фестиваля «Аксенов-фест», посвященного памяти писателя Василия Аксенова. Автором текста диктанта под названием «Деревянная Казань» стала выпускница КФУ писатель Гузель Яхина. Она же и диктовала этот текст участникам. Я поступала в Казанский педагогический институт, заканчивала Казанский педагогический университет. А теперь я стою здесь, и вроде бы это тоже моя альма-матер, но она уже настолько большая. Мы будем писать текст, который называется «Деревянная Казань». Он написан специально для диктанта. Текст рассказывает о деревянной архитектуре Казани. Как отметила Гузель Яхина, текст диктанта не очень сложный. Правда, иногда все же придется подумать над знаками препинания. Но участники верят в свои силы и надеются написать его на хорошую оценку. Оцениваю сегодня написать на пятерку, но русский язык, он настолько уникален, что нельзя прогнозировать результат. Потому что очень много слов, очень много форм, о которых я могу не знать. Думаю, пятерку уж напишу. Я хорошо училась на пятерке по русскому языку. Я очень люблю русский язык. Проверку всех диктантов будет осуществлять доктор филологических наук, профессор МГУ Мария Голованивская, а также участники Аксенов-феста. Участники, которые напишут диктант лучше всего, смогут получить заветные книги с автографами писателей фестиваля Аксенов-фест. Анна Глазунова, Андрей Бугудинов, Универньюз.